Здравствуйте. Хочу вам показать сейчас разнотравие, какое у нас здесь есть на лугу, как оно цветет в мае месяце. Дальше будут другие травы цвести. Сейчас покажу, какие еще цвести. Пройдемся, посмотрим. Коробша, но еще только начинается. Еще цветет. Очень много разных одуванчики. Какая интересная травка. Все их названия я не знаю, но показать покажу. Все это я выкашиваю и на сено, и скармливаю барашкам, и просто здесь выгуливаю пса. Сейчас конец мая, можно так сказать, уже за середину. Трава на лугу, как видите, очень мелкая, хотя здесь и очень влажно. 9 сил лечебная трава, здесь тоже очень-очень много. Пчелы сейчас не летают, пасмурно. Прохладно. Здесь дальше атака пошла. Также хвощ. К сожалению, сено он не очень хорош, но выкашивать его приходится. Его здесь очень и очень много. Вот такие вот деревья. Вот так у нас. Слышно, под ногами чвакает. Вода стоит местами. Ну а там я выкашиваю барашкам, скармлю сейчас, как я уже говорил. Это дней за 20, немножко больше выкосил от дороги и вот сюда. Травы очень много идет на мое стадо, хотя мое стадо не такое еще большое. Трава обновляется, луг не зарастает, ухоженный, красиво. Птички поют, скворцы, там где-то на дальнем плане вот звуки, где-то крик фазана, самец кричит. Хорошо тут. Сухостой выкашиваю, подвигаю, чтобы луг дальше разрабатывать. Заходите, смотрите. Это все у нас в Украине, в Харьковской области.